11 февраля под руководством главы района Любови Заспас состоялось заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассматривались два вопроса, объединенные общей проблемой. В связи с выходом из строя оборудования на скважинах централизованного водозабора создалась аварийная ситуация с обеспечением социально значимых объектов и жителей села Брагино и поселка Загорье холодным водоснабжением. Районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение рекомендовать главе Курагинского района выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации района на проведение неотложных ремонтно-восстановительных работ по замене глубинного насоса скважины централизованного водозабора в селе Брагино в сумме 56 800 рублей, а администрации Брагинского сельсовета из резервного фонда муниципального образования 5 000 рублей. Также должны быть выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации района на замену глубинного насоса в поселке Загорье. Сумма составляет 58 800 рублей. Из резервного фонда муниципального образования Детловский сельсовет будет выделено 3 000 рублей. Муниципальному предприятию «Автоколонна» необходимо незамедлительно приступить к ликвидации аварийной ситуации в соответствии с планом работ.